15 октября для всех нерезидентов ЕС будет прекращена работа уже действующих биткоин-карт. Как сообщается на портале News Bitcoin, финансовая компания Wavecrest Holdings Ltd. вместе с четырьмя другими компаниями BTCC, Bitvala, Xapo и ShakePay заявили, что прекращают выпускать предоплаченные и платежные биткоин-карты для всех, кроме граждан Европейского Союза. Это стало результатом новых лицензионных правил компании Visa. По мнению экспертов, остановка обслуживания создаст множество проблем для блокчейн-компаний.